Жители Вентспилса и туристы из других городов отметили качество пассажирских перевозок на автобусах, принадлежащих предприятию Вентспилс Рейс. Оно осуществляет междугородные, районные и городские перевозки. На комфортабельных автобусах Mercedes-Benz в Вентспилс можно приехать из Елгавы, Риги, Лепы, Тукумса, Кулдыги и других городов и вернуться домой. Все автобусы созданы по современному образцу. У большей части есть электронные табло. И что может быть на сегодняшний день важно, установлены кондиционеры. В жаркое время пассажирам без них трудно. Все автобусы приобретены в соответствии с бизнес-планом предприятия Vanspils Race. В течение 10 лет были закуплены новые автобусы, и процесс замены старых автобусов на новые успешно продолжается. Мы убедились, что выгоднее осуществлять перевозку на новых автобусах. В первую очередь они удобнее, во-вторых, экономически выгоднее, меньше расходов на ремонт. Высокие требования предъявляются здесь не только к транспорту, но и к обслуживающему персоналу. Директор предприятия с гордостью называет шоферов капитанами корабля. У них и пост ответственный, и вид презентабельный. Каждый шофер одет в светлую рубашку и, несмотря на жару, при галстуке. Не секрет, что именно за качество обслуживания пассажиры для поездок выбирают именно автобусы Вентспилсского рейса. В автобусе кондиционеры, обслуживание хорошее. Мне нравится. Шоферы всегда красиво одеты и вообще... Уж безусловно, да. Да. Очень приятное обслуживание. Вы специально выбираете Вентспилс рейс или так, как придется? Нет, в принципе, конечно. Я обычно езжу вот на своей машине, но вот сегодня, и уж если у меня такая вот попадается возможность, только Вентспилс Рейс, безусловно. Запутаться в маршрутах городских автобусов и с местонахождением в Вентспилсе невозможно. Еще один продукт этого предприятия – расписание вместе со схемой движения общественного транспорта. Информационная схема есть на каждой автобусной остановке. Турист или житель запросто сможет найти себя на карте города и узнать, на каком автобусе можно добраться на необходимую ему улицу. Мне довелось немного попутешествовать и посмотреть, как это выглядит во многих городах Европы. И могу твердо заявить, что наши схемы одни из лучших в Европе. А с недавнего времени по Вентспилсу курсирует и низкопольный автобус. Пока он только один, но в скором времени руководство обещает, что таких автобусов будет больше. Удобство обязательно ощутят молодые родители с колясками и люди с ограниченными возможностями. Ирина Курганова, Инс Жодзинш, Вентспилсское телевидение.